Так, начнем наш репортаж. Парни задумчивые, разминаются. Приехали мы куда-то потренироваться. Все, куда-то. Следующие кадры со старта. Как дела? Кикни по-братски. А, вот, я пошел кикать. Так, мы стартуем втроем. Сразу, а мы тебя будем подгонять. Лошара, едь давай! Thank you.
хорошо, сухо. Да-да. Сейчас где-нибудь остановимся. Да не проблема. Жень, давай путем, товарища. Да-да. Да ёбаный рот, блядь. Это пиздец какой-то, блядь.
Да что-то мне не победить эту хуйню. Вот туда, наверное, вот туда. Да, да, так хочу. Thank you.
Отсюда просто сходу и БМ. А, так тут надо все ходом ехать, тогда не будет. Ну, а тут дрочь какая-то началась. Первый заебался, и все начали. Серый. Бля, я не знаю, я снял, как ты разъебался или нет. Да, я повернулся, ты уже лежишь, блядь. Просто пошло колесо, не так. Алексею пизды дать за это. Блядь. Нет, наверное... Полупа такая. Вообще, блядь, страшный тип. Трется и трется об нее. А? Серега, блядь, все мешает ему, на да? подножку встань, а правой ногой вот то бревно целься. И лети вперед. Страшно, блядь. Не, одной ногой что? Да, вот так. Нихуя себе, 30 мотоцитов упадет. Прикинь, блядь.
блядь. Аккуратненько. Молодец, едет. Не, вон тропинка-то. Хочу сюда поехать. Да я вам дорогу уступить. Эй, что ты сюда поперлась? Отдохнем. А? Отдохнуть не хочешь? Ну давай, все, отдыхай. Все. Чё говоришь? Серебро говорит, не поеду. Все уже. Thank you.
Отъедь, хапы. Все, отдыхай. Я сам не размотаю. А? Ну да, слушай, тут нормально должно быть. Почти до дома. А? Почти до дома, сейчас не едем. Давай попробуем. Главное, не останавливайся! Жень, посередине! Посередине, не скользкая! Жень, посередине не скользкая. Видал, видал? Серега! А что? По 10-бальной шкале десяточка. Десяточка? А где? Потом скинешь куда-нибудь? Куда-нибудь скину. Ну, грубо скину. Ну, я охуел, если честно. Не, ну она выглядит страшнее, чем я. Ну, да. Вот она, банда, забралась. По центру едь, она не скользкая. Здесь уже раскатали, да. Вы по жмыху поэтому хуярите. Понял. Отъедь на 2-3 ступеньки вниз, и вот здесь хуярь, она как дома, не скользкая абсолютно. Нет, Саш, я... Давай я подтяну тебя здесь. Там тоже ходиком, по центру. По центру едь, она не скользкая. Она как дома такая же, кажется, что пизда. Жень, стой! Вот здесь отсюда надо ходу прямо, блядь, хорошего такого. Да ну, я не... Она хуйня, она только с виду такая, она вообще не страшная. На мотике ноги держи и все. Это как горка выезд у нас из ручья туда за бревно. Наша первая самая горка, вот то же самое. Только не в нее газ давай, а перед ней прям. Вау, блядь.
Она прям вообще не страшная. И не скользкая. Вот, блядь, где накатано, туда хуярь. А можно не воткнуться? Не воткнешься, все, просто газу дай, блядь, туда, и все. Вот на этот камень слева. Упрись. Ну, у тебя колесо вот туда подскочит в левый камень. Видишь, такой торчок, да. И, блядь, прямо вот нахуй туда, уебацк. Смотри, видишь, инструкцию получил, пользуется. О, видишь? Ну, выглядит прям... Ну что, ты справишься? Да давай ты, ёлы-палы, вон он немного разогнался. Вон камень, в него колесом бей, она не страшная, вообще легко заезжается. Вот торчит, который слева. И взлетишь сразу. Ноги на подножках держи. Ну давай уже, блядь, с Богом. Жень, покажи парням, как надо. Говорю, она не страшная совсем. Там камушек слева есть, вот этот, видишь, торчит. В него колесом бейся, он тебя закинет как раз морду. И ты прям легко-легко заедешь туда. Ты лови меня, если что. Да что ловить-то, давай, если что. Вот в камень, ты видела, ход просто набери и все, и едь. Давай отсюда прям ноги и все, и поехала на балансе. Да не ссы, ты просто едь и все, доверься мопеду. Он, видишь, всех завозит. Всех заводит, меня зовет, вон парня зовет. Давай, газу, газу. Ну, блядь. Мало газу. Да я не поеду, какое ты прикалываешься. Да какое такое-то? Да ну ни хрена. Да надо сначала, мы хер затолкаем Сашу скользкий. Давай. Да не затолкаем, мы надо еще раз. Тебе не делать нечего, только толкать не послушал. Ну, чего ты, блядь, у тебя нормально все получилось, только чуть быстрее. Давай, раскатывайся обратно. Вон она абсолютно тут хорошо держит. Это как выезд из ручья у нас, Жень, тот же самый. И все, ход вот такой надо набрать, как из ручья выезжаешь. Давай, подтолкну. Стой. Ой, блядь. У меня нога застряла в этой херне. Да сядь ты уже на него. Да. Знапая, да? Да. Ну, молодцы вообще. А дальше я попробую. Сейчас, давай, попробует. Она сейчас заедет. Она познакомилась первый раз. Давай, просто вот как из ручья. Выезжаешь, помнишь, ты боялась, из ручья ноги ставила, выезжала. Вот то же самое. Ход просто набери. Здесь нихуя не надо, кроме хода. Поехали. Давай, давай, давай. Пиздец. Да нахуй этот камень, я не поеду. Сейчас, пацаны, я ебану быренько его. Иди сюда! Блять! Смотри, смотри, ты газ пытаешься дать в горку, а тебе надо газ дать на ровном, до горки.
Да отдыхай. Прям еле-еле на грани. Ну все. Дозированный газ. А еще один заезд. Ну, ёпта! Стой, стой, держись, зафиксируйся. Давай. По прямой, по прямой. Вон, видишь камень? В него колесом бейся и ход набери. О, бля, молодца. Вообще, огонь. Бесстрашный. Так вы едете, да? Да, да. Давайте, давайте. Это 65-ка вообще. А? Ну чуть подстрахуй, если можешь. Жень, прям газу-газу туда. О, молодец. Блядь. Ну нормально, нормально, спасибо. Как дома, ходом, все, раз, раз, и все, оно едет. Да, я понимаю. По накатанному едет. Сука. Нормально. Я поэтому тебе и сказала, когда первую еду, я испугаться не успеваю. Короче. Отстань, я знаю, что надо делать.
Подружелюбнее там, да? Подними, подними морду. Ты наоборот садись на колесо, когда прокручивается, садись, чтобы прижалась, морда поднимется. Давай, давай, давай. А? Я не говорю, выходи за меня. Не-не, она уже вышла за меня. Начинает ехать. Вот только поехал, поехал, ты сцепление выжимаешь опять. Вот поехал, и ты пошел с ним. Давай. Да, останавливаться не надо. Цепь, блядь. Что он не делает? Ну давайте, поехали. Жень. Сейчас, сейчас. Погоди, ничего не делай. Все, поехали.
Давай вперед катить. А вперед он... Я цепь не порву, я и так ей приложилась, вон ударилась. Давай за это, поехали. Не надо столько газа, блядь. Ты что тебе хватило? Очкнул. Давай. Спасибо. Жень, ты смотри, маршруты-то есть более простые места. Ты чё? Я не увидел. Там такое. А зачем ты едешь вот прям в яму? Вот по боку разогналась и по боку. Так я по боку ехал, мне скоро. Давай, не залезай. Нет, лучше отойди. Правда, я сейчас тебя запущу. Лучше отойди. Дальше отъедь и стой спокойно, отдыхай. Внимание, знаменательный момент. 11.11, 11 число, 11 месяц, правда, год 23. Все, и мы что, где? Мы вот здесь развлекаемся. Хер знает где. Хер знает где. Где ты где? Все правильно, я хрен знает где. Thank you.
ноги ставить, блин. Что мы там? Цепик тянули. А? Цепик тянули. А? Малому. Идем дальше. Что там, Макс? Так вы с Питера приехали там на гонку или просто? Навсегда. В смысле? Из Питера приехали. Переехали? Переехали. А, вы здесь? Мы совместно сейчас? Да. Новороссийск? А? Геленджик, Новороссийск? Геленджик. А, там все, трассы все знаете уже? Ну, плюс минус. А сколько вы уже живете? Год. Ты молодцы. А вы бронзовый серебро отряди? Отрегались серебро, но что-то мы понимаем, что это... Макс, давай туда, поехали. Давай на бронзу поехали. Женя! А бронза есть? Да, да, какое нахуй, ты чё, блядь? Я не вывезу тебя таскать столько и уговаривать. А вы в этой группе есть, да, вот этой? Какой? Которая вот эта в российской сегодняшняя. Да. А у вас какой номер? 25, да? Воу-воу-воу-воу! Давай попробую! Чё, бронза туда? Бронза туда и по синим лентам наверх. Ауф! Куда мы уже тоже раскатали? Подожди, я в дерево застрял. Да ты вниз, вон туда спускайся и по этому самому. Пополз. Ну, я не знаю, что делать. Я не знаю, что делать. Просто что-то не Да, да. Видал, как я в полку заехала? Полку круто заехала. Давай, и вон там объедешь. Вот где объеду. Поехал, давай, а? Там некуда, там кусты. Может, я не еду, но я тебе говорю, там кусты. А там теоретически можно, можно. Попробую. Ну, попробуй, попробуй. Расскажешь, что там. Там парни просто заняты. О, видишь, там держак есть. Ага, хуй там, короче, да? А у меня трос есть. Трос? Это у нас тоже трос есть. Намек такой, да? У меня трос есть. Красавчик. А это что, серебро там ебашит? Да, серебро наверх. Это та самая точка принятия решения. Нахуй.
давай я заеду и тебя подтяну там, Жень, если что. Отъедь только от палок. Жень. Я заеду и тебя подтяну там, блядь, если что. Сейчас я вот выберусь оттуда и за тобой спущусь. Вот до меня спокойно можешь подниматься. Давай, 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 давай. Ты где-то здесь вставай, все нормально, да? А? Держак. Держак отличный. А? Че? Да, да. Мы сейчас за сыном пойдем. Лайк, подписка. Давай, 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 давай. Давай, давай, едь, нормально все.
Опять, блядь. Пацаны, харе трындеть, поехали! Все, сейчас все кабины. Этот бугор вот так прям зайди. Он заебал мопедом. Давай едь! Подожди! Заведи его, заведи!
здесь и толкни его, бля. Когда на заведенную будет. Во, красавчик. Опа! А чё все замолчали-то так? Где аплодисменты? А я чувствую, чувствую. Здесь всех можно посылать и заезжаешь спокойно. А, идите нахуй, бля! Опа! Я сейчас дождусь там еще. Да. Вообще направо наверх. Направо наверх, а, спасибо. О, бля, хорошая горка. А работает заклинание это вот это вот, идите нахуй. Вот это. О, Женька, давай. Это девочка, если что. Давай. Молодец, Женя, молодец! Поехали. Перекурь, едем? Mm-hmm.
Толя, ну конечно не Путилова, ну тоже подойдет, в общем. Ну чё ты там, бля? А, рулем где? Ах ты ж, дереворуль. Тебя пустить? Все нормально у тебя?
тоже? А? Да и нахуй, блядь, я не знаю. Thank you.
подождать. Я просто правнее поставился. Они камнями кидаются. Я выйду туда, на эту полку. Thank you.
А? Ничего я не понимаю. Поднимешь? Поднимешь? Так, попробуй сюда, вот куда он камни кидает, в эту сторону. Или дай я что ли попробую.
они. Жень, вторая, наверное, щелкни вниз передачу. Давай ты пробуй, у тебя лучше получается. Я говорю ей, пускай пробует. Очень круто было сейчас. Братан, ты родился второй раз. Подождите, дайте я съебусь. Уже в конце концов, чего? Давай зацепи. Цепляй за меня. Че тебе, место важно? Ah!
Сейчас. Да, вот здесь вдоль скалы двигаешься, сильно не разгоняйся, налево будет подъем. И дальше по верхам, нигде не спускайся, туда, откуда начинаешь. Ага, все, давай, спасибо. Поехали! Куда ехать? Нет? А, налево дорога. Не-не-не, налево дорога, не про размер. Ты золото, что ли? Поехали по другой дороге. Вот. Давай, малой, лупи. Куда, Жень?
рот, блядь! Пусти ты его! У малыша это, блядь, забрало, упало у малыша. Да! Да, есть! Давай, есть! Ты на него, ёлы-палы, вот там заедешь, если чего. Что-то, блядь, как-то тут не наезжено. Ну, следы есть. Ну, поехали. Есть лента? Да. Ну, поехали. Там не было.
О! Давай-ка обратно попробуем. Жень. Ну просто мне кажется, это поворот на серебро. Тебе так не напишут. Он же сказал, по дороге едем, никуда не сворачиваем. Что-то там налево-направо и приедете к месту старта. Ну давай, блядь, разворачиваемся или едем? Чего мы нахуй стоим-то? Разворачивайся тогда. Мне кажется, это серебро, нет? Это поворот на серебро. Значит, все дает пищу. Блять, полный. Ну меня сказал, что я сделаю. Ты такая шкирна. Ну и чё ты стоишь-то? Я сейчас тебя подниму. Спасибо. Поехали, ёлы-палы. Поехали. Там она за корень цепляется. А вот не надо выше. Блять! А вот стоп. Передок теперь надо чуть-чуть закинуть. Там тоже это съезжается, по-моему. Стой. Давай еще раз, нахуй мы это таскаем, в пизду. Давай вниз и вот туда дальше проезжай. Что за хуйня, блядь? Сейчас мы давай мопед 100 килограмм в горку поднять таскать. Поднять его надо как-то, а? Блядь, да нахуй ты нейтралку-то включаешь? Я ее включила, да, я на нейтралке в горку. Не ори, давай, блядь. Ну ты, блин, логику включай.
Братан, давай ты еще раз спустишься, ты сейчас охуеешь. И просто выше заедешь, и все будет. Всем счастья. Чего? Да подъем-то хуйня. Выше проезжай. Блять, Женя, ебаный рот. Да, ну, блин, да, специально я это... Держи мопед, ёпта. Вниз поехали. Я не буду тут его, блядь, поднимать. Вниз, нахуй, вот туда его. Или вот, давай нас, блядь. Убери палку эту нахуй. На, спустишься ты. На. Иди вот, спускайся тут на руках аккуратно. Да. Тормоз держи. Ну сейчас я подхожу. Нормально? Блядь. Сейчас, кран закрой. Сейчас, сейчас. Как у тебя нога лежит? А, под рулем. Стой. Выезжай, отдыхай. Наверх и направо по траверсе. Вон, видишь, где товарищ лежит? Надо его объехать. Слева, да? Сверху. Вверху? Сверху. Ну ебани, посмотри там. Фу. Прямо вот до самого верха туда, где травка зеленая. Сюда? А? Да, да. Можно, да? Чего? Прямо наверх или можно? Прямо и правее, вот так. Он там лежит, он на траверсе, его не объехать. Не, вот проехал. Пробовал. А, да, да, я уже спустился с мотиком. Вперед, вперед, парни, вперед. А? Ну да, да, но нам нормально, вот видишь, он стоит там с мопедом, он свою траекторию перегородил, и он никуда, блядь, не хочет ехать. Отдохнула?
Наверх, вот, за ними, по кустам хуярь. А? Не, он едется, заебись. Да едем, ёпты, ну чё мы, блядь, дрочим тут нахуй, сколько можно? Выше прям туда, хуярь. Налево. Туда. Ты уверена, что это бронза, блядь?
Он сказал по верхушкам, блядь, на финиш. Вот мне кажется, что... Блядь. Стой, стой, ничего не делай. Груши. Паный камень, блядь. Блядь. Вот за эту полку уже можешь съезжать. Ты помнишь, что он на выезде с горы сказал? Нет? Че? Я не слышал. Понятно. Ты говорил или кто? Маршал. Че сказал? Он сказал типа по горкам и на финиш. Но что-то это нихуя не по горкам. Вот здесь не ссы, прям бей вот туда выше, не надо. А я вот здесь выше. Вот по центру прям. По центру, да, и прям, да, вот туда, чтобы колесо у тебя эту и эту закатилось, да, заднее. Да. Давай. Прямо отсюда, гаду, хуяк туда. Правее переставляй колесо заднее. Правее вот сюда переставляй, где не скользко колесо. Yeah.
блядь! Давай, ёпту! Сука, блядь! Что? Нахуй ты газуешь-то так, блядь! Потихонечку надо, блядь! Давай, поднимай эту хуйню! Блядь, все въебало, блядь! Поднять. Давай, ёптую, заебало, блядь, уже тут нахуй хуйней страдай. Поехал вон туда. Проедь дальше! Дай мне заехать, дальше проедь! Тебе помочь там? Да, пожалуйста. Да не тебе, у меня есть кому помогать. Не, ну если мы ему поможем, он тоже нам поможет. Да он задохлый, ёпты, давай его здесь бросим. Сейчас я тут не заеду, вот сразу скажу. Вот давай я тебя вытащу тут. Давай вот я тебя просто... Дашь мопед? Да, это будет гораздо проще. Давай, а ты за эту хуйню тяни, за лямку. За лямку вперед, хорошо. Подожди чуть-чуть, мы сейчас друг друга вытащим, потом тебе поможем. Так, давай, теперь тянем вот туда мопед. Красота. Все, поехала вон туда. А, все, здесь заехать должна. Давай, заезжай потом. Фу, бля.
Друзья, вы как-то ушли бы оттуда, а, пожалуйста. Помогайте. Не, я спущусь, помогу, блядь, но не то, что не хочет. Что делать? Давай ее первую. А. Давай. Просто держите его, чтобы я мог тронуться. Давай. Там зацепа, вагон, блядь. На кошайне поели? Нахуй этот кошайн, блядь. Ну а что делать? Давай поддерживайте, я поеду. Давай, едь. Помогите ему! Я держу тебя. Ну что, вы там стоите? Йоу. Давайте вперед его. Это человек не мой, помяните его. Сейчас, один. На цепи заводите, да? Вы за это, а вы за колесо. Нет, ну, блядь, да. Погнали. Нет, по желтым поехали, там желтые висели, по желтым поехали. Что, точно нам сюда? А? Точно сюда? Ты кто, серебро? Да.
Ты вот поручусь по ущелью сейчас? Да. По ущелью сейчас ехал? Да. И наверх поднялся? Да. Мы по серебру поехали, поехали, там по желтым надо ехать. Там наши желтые метки. Трава туда загнута. Поехали сюда. Поехали! Туда! Похоже. Он сказал, да? По кругу хребтов? По хребтам. По хребтам. Вот видишь. Потом
ну реально. По дороге домой поехали? Ну поехали, потому что я уже нихера не понимаю. Бронза. Мы свернули, честно. Вы тоже, да, бронза? Бронза, да. Не, я вышел. Я понял, а класс? Бронза. Я сошел. Ну, мне же надо записать, чтобы вас в лесу не искать потом. Да, 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 бронза. Че, туда по синеньким фигачить? Или по дороге? Ага. А вон машина, все. Там видишь? Вот это вот типа внизу в ущелье, вот это вот подъем с траверса, это был в бронзе или нет, я что-то понял. Вот этот последний тут. А, да хрен знает, потом разберемся. Все, уже проехали. Где толкали-то всех? Да? Вот последняя. Хуй его знает. Я в лесу застрял в таком месте, где вот такой резкий подъем, а потом такая траверса. А-а-а! Не на тебя мы матерились-то. Нет, вроде не на тебя. Нет, не ты. Там все застревали. Это все ехали там, да? Да, да. Ну я, короче, ту не проехал часть.
Вот. Все, домой. Спасибо, очень вкусно было. Пару слов, пока с пылу шару. Так, что мне не понравилось? Фамилия, имя, отчество? Хмель Иван Юрий. Хуёво ездил, помнит, как себя зовут? Класс серебро. 90% 90, 60, 90, 2. 90% людей объезжали меня, пока я ехал по ущелью. Так. Там сверху, просто по тропиночке, бру-пу-пу-пу-пу. Это объездуны. Ты камеру проебал? Не проебал она у меня в этом. Вот я тебе говорил, что надо это. А ты говоришь, как? А вот так. Вот понял, блядь. Короче, я кайфанул, там была двухметровая запрыжка такая. На ручье, с ручья. Но не 2 метра она, не пизди, вот, в самом начале. Двухметровая, не, там. А, есть еще там? Да. Ага. Да. Как я ее замечательно заехал, просто. Можно сказать, про ноги, блядь. Зацеп был просто шикарный. Резину покажи. А, резина. Так, что вы скажете о резине? Это значит, резина, у нас. Резина, о, нихуя она так прогрелась здесь. Стало за одну покатушку. Так это, блядь, как раз вывозит. Так это нормально. Так, короче, резина ехала камни. Мокрые. Ну, мокрые камни, она, ну, да, нормально ехала. Жижу она не едет. Жижу ничего не едет. Увидела корешок, маленький такой. И, как, знаешь, как слону мышка была. Все, я понял, нахуй, так. Все, еще какие-то замечания, там, пожелания? Нету замечаний. В общем, резина понравилась? Едет нормально, вроде как, все хорошо.